суммонем? Ну да, суммоните шкаф ставьте. Блять, не могу нормально вторую фазу, блять, все сделать. Что от каждого требуется, блять, просто минимум, блять, выжить, блять, пока первого Феникса убьют. Просто, блять, выжить. Некоторые, блять, хуйней страдают, некоторые вообще не то делают. Фридомы, говорят, три Феникса убивают. Кто убивает? Ну где гаджет? Пиздец. Да ничего они там не это. У них два танка ушло, продали Айки. О чем он там говорит? Они туда не ходят. Пиздят, да? Сейчас бы гаджеты верит, блядь. В обычке три Феникса убивают. Трех разных КД. Нет, это не гаджет, ты с ним не общаешься. У меня там знакомые в джоках и там, что я у тех спрашивал, что у тех джоки туда не ходят, у них рейд не собирается. Гаджет туда не ходит, потому что у него два мейн-танка. Так давайте перестали тупить, наебанем этого ебаного пидора. Они да сегодня целый день? Доживите, его... пока первого убьют, блять. Просто, блять, доживите. Касается, блядь, платформу, где участвует Войд, блядь, и где кислый. Просто, блядь, вот эти люди, просто вы как-нибудь, блядь, доживите до того, как убьют первого. Потом стаки спадут, и все по новой начнется. Так, ну что там? Даю проверку. Блядь, просто не знаю. Тут, блядь, вроде скилла да, особого да не сейчас надо. Уже все знают, где стоять, так что надеемся. Мозер готов? Даже скилла не могу. Пули Редвар, как я получал урон. Как так? Че? Все, поехали. Все готовы, погнали. Блять, маны нету. Зря ты пульнул. Маны нету просто. Ты клятву убил. Инда дайте ему и все. Я уже все. Урона мана появляется. Каст. Каст. Сильнее дамажу. Каст. Забирать час. Хилки ислам. Метеолом. Конника. Так, два пускай доходят задние, этих контролем пока что. Проводи. Блять, даю шивы от близкого. Проводи, босс, кис, ну проведешь ты. Сейчас у всех лагануло, нет? Нет. Все. Проводи. Каст. Все, пускай доходит. Должен только выйти. Посел ребята. Все мобы могут доходить. Не надо никого контролить. Забираю босс. Каст. Эрик. Каст. Просил.
5 секунд. Да можешь пока не забирать, на мне 5 стаков всего лишь. Как скажешь. Каст. Скажу когда. Все, забирай. Пускай 2 доходит. Я не знаю, каст сколько прошло. Каст. Сейчас, подожди. Еще 2 пускай доходит, 1 контроль. Еще дальнего законтролил, пускай доходит. Все, не види, стой, пускай дойдут. Этих 4, блядь, базы. Все вы, да? Бля, ну вы чё, свиньте? Пускай доходят. 2, 1, кончилось. Как? Бежали, баны отпускайте. Отпустите баны, отпустите. Так и спали. Упал. Забира... Стою. Блять, очень сильно контролится, замедляется. Тут, блять, очень. Ту. Краст. Могу забрать. Да не надо. Мне опять так. Просил тебя, вагу поднимите, если есть боя. Пускай 2 доходит. Доводите. Да чё они такие замедленные? Каст. Забирайте. Вагу поднимите, КБР остался. Ну сорвем, подниму. Блять, мы помогите. Проводи, проводи, контроль. Пускай доходит этот один. Че, кто по БР-то, блядь? Стоит, пускай Гена поднимет. 4 идут. 2 пускай доходят, вот эти, которые идут. Надо, да не пускай бурю, не замедляй ты ебучих мобов, блядь. Проводи. 10%. Херачу. Пусть заходит трое. Проводи, проводи, проводи. 7%. Херачу. 6. Босса забрал. Готовьте, побежали. Стали на позиционку сразу. Да. Сейчас сразу гимн дам, когда подбежим. Там темы там. Да, это темп там. Шоп. Нормально перевели, 5 мобов будет начало. Настя спрашивает, куда вставать. Блять, где весь рейд стоит, там и она стоит. Она совсем гимн. Рейд. Гим даю. Темы. Где Полина стоит, и она там стоит. Ера пошла. У меня рассеянность. Да, ярость. У нас усталость. Слабостью выйду. Лех, у вас фир самый хуёвый. Да я знаю, бейте, блядь. Перья. Перья. Отбежали. Крик проносите только. Мобов контроль. У нас один моб есть. Скажите, как ему можно будет отпустить его? Тихо, тихо.
Назад вернитесь. Крик! На позиционку встаньте, перья РДД, ловите. Сейчас КАС скоро будет. Милики. КАС пошел. Крик! Перья, отбегаем. Крик! Ем на ХП на Эликс. Даю. На позиционку ближе встаньте к перьям, которые уже упали. Крик! Перекат. 2%. Вылетели перья. Все, нормально. Побежали к следующему. Ой, блин, что же делать? Крик! Контроль мобов. По очереди сливаем. Здесь топкаст крик. На моем. Перс хиляй там кислого. Держусь. Стоп! Ты забрал стоп? Да. Тихо-тихо. Одному мобчику сливается, два мобчика. Еще тут дополнительно два хила появилось. Еще раз. Крик! Два моба идут, законтрольте. Дай ШВ. КД. Когда ты, блядь, отдавал? Сдох. Крик! Ты спали. Два моба зашло. Контрольте. Законтролил. Контроль. Баны, блядь. Я убил. Крик. Поднимите рейд, хилы. Встаньте. Хилы мертвы. Я проживу еще 30 секунд. Да там, блядь, шотнули мобы. Тука. Я знаю. Блядь, убыло. Вот, ну, все заебись. Вот смотри за позиционкой. Смотри, где лучше должны появиться и где, блядь, мобы появились. Блядь, вот кому я объяснял, где стоять? Это все заебись, только моменты типа каст и крик нахуй должны вообще не озвучиваться. Потому что их должны сами смотреть. Да на втором, на этом, который только на фиг. А можете крик анулить, на этих можно крик не анонсить. Нет, Леха, который кикает в каст, надо анонсить, потому что... Ну, блядь, если ты его будешь анонсить, как вот он сейчас анонсил крик нахуй, то остальную хуйню ты скажешь, что, блядь. Для тебя это похуй, для тебя это окей, там, более-менее. Но... Не, ну надо короче, анонсить. Короче, вот этот ярость, дебаф. Вот, Делорус пусть анонсит. Который, когда он нормально кричит, анонсит. Он просто скидывает агро на любого рандомного чела, там надо сразу... Бля, там... понимаешь, хули толку, ты привыкнешь потом этот крик, будешь слушать эту команду, нахуй, и сам нихуя не будешь делать. Нет, я-то в это... Я привычки, просто пока освоение, это очень удобно. Люди некоторые теряются, а тут хотя бы хоть какой-то... Некоторые момент. Слакают. Я наберу, у меня все нормально, я не слакаю. Ну, типа, блядь, все прибежали туда, и хуй пойми, кто где стоит. Вообще, блядь, хуй пойми. Нет, изначально стояли нормально, а потом, когда уже упало 6 или 7 человек, потом уже началось. Давай подумаем, почему не упали. Из-за того, что кик пошел в каст или из-за чего? Нет, из-за того, что мобы взорвались. Мобы взорвались, трое мобов сразу взорвалось. Локи бан не обновили, вот и взорвались мобы. Там как раз спали, я, получается, последнюю так, секунду. Так, рыбку ставлю. Ну, так получилось как? Последнюю секунду успел стан дать по мобу, чтобы стаки не обновились. И потом 4 моба зашло, если, блядь, банально бы локи по двум мобам хотя бы бан обновили, которые у них стояли. Блять, было бы все замечательно. Ну и тоже. ШВ я отдал, когда меня, блядь, пробивало. Блять, ты должен ШВ отдавать именно в этот нюанс, блядь. Ну если не отдавать, то, блядь, хуй знает. Именно этот нюанс надо будет ШВ. Вот именно на этих ебучих мобов, блядь. Слили 50% второму. Я знаю, что мы слили 50%. Блять, вот именно в этот нюанс нам надо будет ШВ отдавать, а вы отдаете, блять, просто тратите обилки впустую. Типа, я понимаю, что, блять, что делать вот надо было сейчас? Когда вот ШВ бы зашло замечательно на 4 этих мобов, и весь бы рейд выжил, ну, блять, оно, его не было.
Вот на что надеяться вообще? Типа? На то, что, блядь, не шотнет? Или что? Я хуй. На то, что не шотнет меня, да. Надеяться шотнет, опять то, на то, что первый будет моб, который фиряет. Чтобы его в первом убивать и дальше нормально уже. Да какая хуй разница, блядь. Дело-то в контроле мобов, нахуй. Знаешь, мы его можем и вторым сливать вообще. Там просто параллельно. Почему будет плохо убивать сферу моба последним там или в промежутке? Потому что под пир придется контролить. Вот в чем проблема будет. Первым удобно, потому что брустим в него. Вот удобно почему. Да не так там вы уже и бурститесь. До фиров мы довели его до 8 лямов, когда он только начал на 8 лямов фирять. А до этого не фирял. Вот. Короче, что, вот... курим или что? Да подожди. Когда Блин. Вот эти мобы сливаются, когда должна быть ШВшка, до следующих мобов должен сливаться второй. То есть вот у нас когда появились мобы, ну с учетом того, что там все подохли, у нас за этот промежуток времени, по идеальным таймингам, должен сливаться второй моб. Если мы сливаем второго моба, эти мобы идут из далекого ренжа к первой платформе. То есть на первой платформе там, блядь, ну вообще замечательно будет. Мобы идут к этой платформе, и что получается дальше? Там сливаем этих мобов, которые появились на этой платформе, на второй, которую мы били, сливаем этих 10 мобов. И у нас как раз таки время, чтобы, блядь, эту платформу, ну, на которой стоит ульти, слить до выхода следующих мобов. Или, блядь, край, слить эту платформу так и сделать там тотемы, шаманы, блядь, маг, там, Blizzard и тому подобное, чтобы мобы туда просто не дошли. Даже если они появятся, чтобы они просто не дошли. Чтобы у нас было время, блядь, добить этого первого. Если мы его добиваем, у нас все мобы остаются здесь. И всем рейдам урона никакого по рейду не будет вообще. Всем рейдам просто переходим на ту платформу, где стоит кислый. И получается, что сделаем там? Просто его добиваем, просто бурстим, пока эти мобы дойдут до туда. Это, блядь, вечно. То есть даже если Blizzard Mark там будет кидать, замедление какие-то баны будут раздаваться, то есть параллельно. То есть вы, грубо говоря, убегаете, там кинули бан, блядь, Blizzard, ну, блядь, замедлили мобов. Они будут вечность идти, и за это время у нас есть время слить самого последнего. То есть, допустим, вот мы слили первого, сейчас мы слили практически второго. Но второго мы не слили потому, что у нас, блядь, не было ШВ, во-первых. Во-вторых, у нас не было, блядь, дефов на рейд. Ну, типа, блядь, весь рейд почему-то был просевший, причем солидно так. И по поводу выноса луж. Знаете, почему еще, блядь, у нас рейд пострадал? Потому что милики, вы должны лужу выносить, блядь, куда я вам говорил. Чтобы половина часть мобов пошла, блядь, к кислому. Если вы будете туда выносить лужи, часть мобов пойдет к кислому. И не будет такого урона, блядь, на следующей платформе, которую мы будем бить. То есть мы первого моба сливаем, мобы делятся наполовину. То есть там кислого уйдет 2-3 моба, да? И все остальные сюда. То есть у нас уже тут получится 7. 7 мобов, блядь. 7 мобов слить там по очереди не составит труда. И до следующих мобов, пока вызовутся следующие мобы, мы как раз сливаем этого второго. Сливаем второго, вызываются следующие мобы. Эти мобы уже сливаем от первого. То есть у нас такие тайминги должны быть. Тем более дебаф уже вот там, с этого сферон, там, который на минус ярость, блядь, на минус, блядь, реген, маны и на всякую эту хуйню, дебафы с рейда спали. То есть следующий будет. Что? Ты не думал про три совы, как Гявка говорил? Если кислого, ну кават придет, если кислого это самое, и они будут троем тайфуны плюс фростмаг. И тогда надо будет с одной из какой-то из сторон начинать первого сливать, крайнего феникса, и типа всех мобов в ту сторону. Давайте так, феникс. Так идет нормально. Мобы все равно дойдут, понимаешь? Экспериментировать. Как, пока мы не слем три феникса мелких, мобы будут доходить.
Вот. Давайте, если время... даже два мы сливаем, то есть до третьего будут доходить. Потом следующий нюанс этот. Получается, мы что делаем? Если мы, вот мы единственное, где это можем применить, это когда мобы появятся на первой платформе, ну, то есть на самой левой платформе, где Утя танчит. И потом они будут идти через все платформы, они будут идти на последнюю. Но только в этой штуке у нас есть маг Blizzard, который замедлит всех, блядь, мобов, и они будут туда вечность идти. У нас ровно 2 минуты, чтобы добить последнего. Давайте, давайте, время идет. Все, раздаю баф. Трещим так бабки. Да не, я так просто объясняю. Рыбку типа еще раз поставлю. По таймингу. У нас все прекрасно получается. Единственное, что, блядь, надо полностью все идеально делать. Ну, не то, что идеально. Ну, блядь, хотя бы понимать, что вы делаете. Хавайте рыбу, кто не хавал. То же самое, что, блядь, лужи, милики, блядь. Вы должны выносить так, чтобы они были на другую сторону. Чтобы эти мобы пошли, блядь, совершенно в другую сторону. Шаман... А, это не шаман, это... С каждым убитым мелким фениксом будет становиться легче. И РДД, блядь, стойте немножко покучнее, чтобы лучше как-то ложились, блядь, в одно место. Тут пиздец происходит. Я еще один момент не понимаю. Почему, когда весь рейд туда прошел, на вторую платформу, рейд, блядь, такое ощущение, что вообще не поднимался по хилу. Хотя там находилось 5 хилов. Да, у меня там в один момент очень мало хп осталось, и все деф абсолютно. Ну, типа, блядь, там, не знаю, как вы что делали, но просто, блядь, не знаю, что там хилы делают. 5 хилов на весь рейд должны, блядь, прохиливать. Саппорт обновите у кого? На хп будет только, блядь, в этот нюанс, который... Один гимн сливается на первом, когда мобы взрываются, один гимн взрывается на втором. Блядь, я сразу дал гимн, как сказал. Потом моб этот, гимн Нейликса откдешивается на третьего, и Элбрилла на четвертого. Не откдешится он 8 минут. Да вроде слабость не помню. Блять, я отдал саппорт последний, нахуй. Дайте кто-то саппорт. Даю проверку. Есть саппорт? Давайте, давайте. Дайте Войду саппорт, иначе его там ебанет, блять, второй. Ладно. Так хорошо, идем. Блин! Долорес. Тебя очень сильно. Черепанки чуть не лопнули нахрен. Еще раз даю проверку. Проблема, блять, в исполнении. Просто, блять, думайте, что вы делаете. Поехали. Пуляю, босс. Каст. Каст. Все, забирай. Каст. Настя, у тебя 4 пускает 2. 2 последних пускают, ближних там пускают доходят. Этих я замедлил. Проводи немножко. Проведи. Ты не видишь кислых, что ли, мобы идут. Все, пускай доходит. Кисло прохиливать. Пускайте мобы все. Каст. Раздаваку прохил. Одному станчик мобил. Хотя ладно, спадут дебафы. Все. Пускай идут.
Забираю босса. Каст. Каст. Что, наверное, просить все. Сейчас едет. Дальше. Мобы, все нормально стоит, тут два моба. Сразу взорвал, отвел. Пускай идут мобы. Взорвал, отвел. Два, пускай мобы доходят. Каст. Каст. Блять, ну не замедляйте вы их так, блять. Проще, блять, когда они не замедлены, а разовые контроли дают. Одному станчик. Давай. Зачем лишнему стан даете? На боссе нету дебаф. Дайте разовый контроль просто по двум и все. Все дал. Каст. Сложа, мелики. Дай ШВшку, если есть. Проводи. Проводи. ШВ ждали. Да все равно, блядь, ты шутишь. Хуя урона заходит. ШВшку на подстраховку шагу. Каст. 5. После каста заберу 3 секунды. Забираю. Боярян кил. Давай. Вага, бафни ему каску. Просил рейд. Каст. Ближних мобов не контролю. ШВ нет, контрольте. Забираю. Давай. Два, пускай доходят эти. Каст. Пускай эти мобы. Пускай доходят потиху. Банов, выпустите мобов. Двух дальних замедлил. Хил. Сейчас еще 5 перьев. Вылупиться надо хлопнуть. Все, пускай доходит. Хилю. Грипп агро. Каст. Убежали. 14%. ДЦ сухой. Забираю. 10%. Бейте. Пока что. 9. Стопайте. 8. 7. По боссу стопайте. 7,5. Хлопайте, еще кастанет и будет 7, нормально. 7 и 2. 7 ровно. Бейте, бейте, босс. Блять. 6. Побежали. Заходите. Сейчас гин сразу дам, подойдем. Не надо, на ману еще только. На ману, на ману. Можем все пристыдать. Рудвар где лазит, просильте его. Ну он прибежал. Даю. Где прохил по 2 рубля эти?
Все. Читайте. Либо. Ярость. Третий усталость. Четвертый слабость. Не рассеялся. Фиру вой, да? Ути стоп-каст. Я буду говорить стоп-каст. Каст. Контроль. Стопка. Перья. Зубы под ворс, дайте. Контроль. Стопка. Что вы даю? Стопка. Перья. Убежали. Тут фир, имейте в виду. Я анонсить буду фир. Стопка. Фир. У меня два еще зайдут. Один зашел. По точкам. Контроль, попка, попка. Мотело бы, а. Пизда. Леха вылетел, да? Да. Херово. Ну чё, сдохли? Фир. Мобы. Опять так. С моей стороны два зашло. Пианист, они не идут по тротуару. Они через идут воздух. По воздуху. Ну я знаю, что это по воздуху. Я по времени говорю, а не по воздуху. Я устал. Хочу любить. Потерпи, еще осталось 15 минут. И ты свободен. Ну себе 15-20. Словно птица в небесах, да? Словно про товар в РБК, блин. Получается, ярость без танков, блин. Да я был, я урон набрал, я вылетел на половине. Так он сбрасывает каждый крик. Не знаю, я хуй знает. Вот на втрое вы бежите, это страх. Хуй, один хуй, 10 человек в фире. Это минус 10 контролей. Мобы идут по хую. Вы все 8 когда на того, который под фером бежите, вы бегите как на Джайне. Смотрите лицом в стенку и боком подбегаете. Потому что у него каст с перьями с этим совпадает. Касты у всех фениксов четырех, я так понял, одновременно происходит. Да, у них всегда все касты идут одновременно. И специально сделано, что вот эти перья совпадают с кастом феникса. Нужно как-то анонсить их, чтобы знали, кто что анонсит. Например, перья Феникс, перья Феникс, перья Феникс. А лучше не так. Да пизда как. Фир или кик. Вот так удобнее будет. Да блять, я тебе объясняю про Алара, который перья пускает, и про крик Фениксов. Ну, так... Они кастуют его одновременно. Перья это перья будет. Перья это перья. А Феникс это крики всех Фениксов. Ну вот именно и так говори, как фир, дизарм, кик. Блять, да нахуя вот это кик, хуик, блять. Он у них одновременно происходит, что кик, блядь. Что фир, блять, это все одновременно. Вот, блядь, пока один чел говорит стоп-каст, значит остальные нахуй отворачиваются. Стоп-каст долго блядь. Говорить, нахуй. Нормально. Короче, на сегодня хватит. Короче, давайте тяжело, подумаем, блядь. Как оно реально... Я говорю Феникс, нахуй. Это быстрее, чем стоп-каст произнести, блядь. Фир, перья, все. Фир, перья. Да, пофигу, кик или, блядь, хуй. Да, как с табакой не будете. Надо, чтобы просто это говорилось и быстро. Слушай, давайте знаем, как. Фир, перья. У них, у Фениксов, называется крик. Крик и перья. Крик, перья. Все кратко. Только вы вот...
вы на будущее имейте в виду, если вы убили, допустим, одного любого там и побежали бить второго на войде, который, и это, блядь, усталость, нахуй. Вы это должны знать. Вот он, сука, этот фир, блядь, кастует, а вы 10 человек за, ну, захуярились, блядь. Надо спиной было повернуться. Или бежать спиной уже, хуй знает. Собирать, сука, погнали в десятку. Вторая смена.